Всем привет, с вами Gobzor.com, и сегодня в центре внимания у нас новый роутер от компании TP-Link. Это семейство роутеров DECA с поддержкой Mesh, модель X20. Представлено было не так давно две модели, X20 и X60. Особенностью стала поддержка актуального Wi-Fi 6. Мы уже тестировали ряд обычных роутеров от TP-Link с поддержкой этой технологии. Действительно, есть прибавка к скорости. А тестируемый сегодня роутер позволяет большую площадь обеспечить стабильным подключением, которое недоступно при единичной установке роутера. Тестируем на примере комплекта из трех устройств, также есть из двух. Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает три устройства, три блока питания, патч-корд, руководство пользы и гарантийный талон. Выполнен в обновленном корпусе, ранее не встречаемым в рамках линейки этой. А мы тестировали уже много устройств. Это и от самого дешевого M3AA, DECA P7 с поддержкой Powerline, DECA E4 и другие были. В основе белый пластик с матовым покрытием. Цилиндрическая форма со стилизованной верхней крышкой. Устанавливаться может только горизонтально. Для предотвращения скольжения на основании нанесены резиновые ножки. В центре наклейка с техническими данными. На каждом из устройств гнездо питания, два гнезда RG45. Суммарно этот напор дает возможность подключить до 5 устройств к кабелям. Один сетевой разъем в выбранном главном модуле задействуется уже для подключения к провайдеру. Выглядит точки доступа стильно, современно. На полке занимает минимальное место, а грефа в качестве сборки не наблюдается. Построена система на базе платформы Qualcomm IPQ8070. Четырехъядерный процессор, 128 МБ флеш-памяти, 512 МБ оперативки. За беспроводное подключение отвечают также модули от Qualcomm. Все антенны у роутера скрывают внутри корпуса, по две на каждый из диапазонов. В рамках одной сети можно выбрать до 10 ячеек. Они могут быть соединены между собой тремя способами. В зависимости от модели, это беспроводное и проводное подключение, а также через сеть 220 вольт. Это для Powerline устройств. В названиях этих устройств есть буква P, P7, P9 соответственно. Учтены современные тренды. Вместо сложного для понимания обычным пользователям обращения к браузеру, предпочтение отдано смартфонам. Запуск из развертывания сети проходит уже с экрана вашего смартфона. Сам процесс очень прост. Выбираете списки доступных. После успешного подключения уже задаются настройки вашего провайдера, имя, пароль будущей сети. Эта модель, кстати, поддерживает актуальное шифрование VPA3, которое не было, например, в недавно рассмотренном роутере от Xiaomi. По следующим настройкам роутер может быть подключать удаленно. Главное окно выводит информацию со списком подключенных устройств. Можно будет по выбранному устройству поставить высокий приоритет, например, если у вас это игровая консоль, компьютер, для того, чтобы получить максимально минимальный, точнее, пинг. Задать название и сменить иконку. Посмотреть статистику используемых ресурсов. Вкладка со списком уведомлений включает обнаруженные устройства и сводные отчеты. В любое время сеть можно будет расширить, добавив еще один из модулей семейства DECA. Общий список с подключенными модулями и статус по каждому из них. Технология Home Care тут также есть, с антивирусом, родительским контролем, режимом работы. Экран настроек в виде сетки с иконками наглядно и информативно. Настройки по беспроводному подключению. Тут можно будет отключить один из диапазонов, а также запустить гостевую сеть. Провести тестирование скорости доступа к ресурсам сети. Черный список, ручная проверка актуальной прошивки, дополнительный настройки системы, быстрое подключение VPS. Доступ к веб-панели тоже сохранен, но тут в сокращенном виде. Выводится схема работы TP-Link DECA X20. Статус подключения тоже по модулям можно посмотреть. Схема расположения ячеек, список устройств. Ну и настройки, там очень базовый набор, включающий перезагрузку системы и возможность просмотреть логи. Мы используем устройство, развернув беспроводную сеть трехкомнатной квартиры. Стены между комнатами из железобетона, основная точка установлена в рабочем кабинете, две распределены по комнатам, соединение между точками стабильное. При переходе между комнатами смартфон автоматически переходит между модулями. Сам процесс смены проходит незаметно для пользователя. Поддерживается сеть Wi-Fi 6, и представлю сейчас вот для вас сравнение. Одно проводилось, получается, слева на DECA P7. В отличие от обычных роутеров, сеть из нескольких устройств обеспечивает высокие скорости обмена данными. Это особенно заметно еще в играх. Меньше пинка, если даже сравнивать эти роутеры обычные, например, и в формате Mesh. При этом Wi-Fi были одновременно подключены более 60 устройств, среди которых смартфоны, планшеты, ноутбуки, компоненты умного дома. Понятно, что это в одно время не нагружало сеть, но все они были активны. TP-Link DECA X20 позволяет с экрана смартфона развернуть бесшовную сеть, обеспечивая высокую скорость доступа на большой площади. Вам не нужно иметь каких-то специальных знаний, образования, все это делать очень просто, удобно. В последующем также удобно можно управлять, привлекательный внешний вид, совместимость с разными устройствами в рамках семейства DECA. Можно комбинировать все под свои задачи. Удаленный доступ, функция обеспечения безопасности использования ресурсов сети и стабильная работа. С удовольствием обсужу с вами TP-Link DECA X20.
лайк, подписка приветствуется.